Мир находится на пути к катастрофическому потеплению. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Согласно докладу рамочной конференции ООН об изменении климата, повышение температуры ожидается на 2,7 градуса. К 2030 году необходимо сократить объем выбросов в атмосферу на 45%, чтобы достичь нейтрального углеродного статуса к середине этого столетия.